Майнкрафт, но при каждом шаге блок становится рандомным. А нам надо добывать обычное дерево. Так, ух ты ж, нифига, за мной сколько разных блоков. А вода? Ха, вода просто пусть греется, прикольно. Так, ну давайте добудем дерево хотя бы изначально. Че? Алло? Ой, алло. Ты что тут делаешь? Я хочу точно такой же вопрос тебе задать. Что вообще под ногами у меня здесь происходит? Ну, как бы я тут видос записываю с рандомными блоками, мне надо дракона будет убить, а ты что тут делаешь? Я зашла просто поиграть. А тут вот такое. Ладно, окей, значит, давай вместе будем. Давай, что делать надо? Че, выживать, добывать дерево, иди. Стой. Давай. Вот, ну, че, вообще супер, знаешь? Я просто хожу, и подо мной какие-то... Ой! Я упала. Ё-моё! Я сдохну! Ты где? Боже! Ты блин! Господи! Чё происходит? Ладно, я тогда крафчу верстачочек себе. Смотри, алмазик. О! Нифига себе! Господи, нам бы не умереть вообще. О, шалкер! Шалкер я сделала. Да, я же... Подожди, стой, не ходи, я же шалкер нам добуду. О. Давай. Так, у нас уже есть печка. Вот еще шалкер. Давай, собирай шалкера. Золото, нифига себе, очень классно. Так. Господи, нам чего-то начать-то вообще надо. Так, ты не отвлекайся, я пошел дерево добывать. Окей, давай. Я пока буду просто пока стоять рандомно. Сколько у меня мусора в инвентаре просто? Может, что-нибудь? Это что? Ой, поделил мат! Ничего не делал. Это что за спа... Маяк? Чего, портал? Чё? Стой, подожди, мы в него зайдем попозже. Только не ходи по этому теперь блоку. Понятно, да мы если вступим, мы получается туда... Так, стой, ни хрена себе. О, сундук какой-то. Блин, тут пожар везде, лава нафиг. Я еще один алмаз добыла. Кто не добыл, а поставил. Ну, нам сначала деревянные инструменты бы скрафтить по-хорошему. Блин, я... только... Офигеть, блин, портал. Да, смотри, смотри, иди сюда. Сейчас, я дерево добуду. Блок целый алмазный. Алмазный блок. Да, вот, смотри. Вообще, все, оставь его. Мы его добудем потом. О, еще портал. А что с твоим скином? Ну, я голову нашел какую-то. Так, так, нам надо скрафтить, пожалуй, что-нибудь. Еще один блок. Отлично. Алмазный. Только нам сначала надо крафтить ярочку. Подожди, надо развиться для начала. Мне уже здесь страшно. Чуть ли опять не провалилась. Не, мне еще надо просто, знаешь, выкопать там кучу камня, чтобы потом скрафтить. О, лава. А там ты железо случайно не заспавнила? А ты случайно железо там не заспавнила? Ты в него провалилась? Потоп. Только у меня один вопрос. А из-за потопа? Офис. Да, тут есть печка где-то. Вот тут одна печка рядом со мной. Подожди, твоя задача заспавнить железо. И все. Пипец у нас тут. Железо просто заспавни, я тебя умоляю. О, бедро! Бедро заспавнился. Так, может ты в наш мир вернешься, я не знаю, там. Тебя вот там... Вот именно, я опять не вернулся. Ну, сдохни. О, командный блок. Как я сдохну, Илья? Да, в пустоту упади, я не знаю. Дождь пошел. Ты фотку, если что. А, потоп! Так, подожди, мне нужно железо. Почему алмазы, золото? Как хорошо то, что портал... Чего? Почему я идеальный побег получил? Да господи, помогите, можно мне, пожалуйста, железо? О, давай, ты сдохну, я лаву просто заспавнила. Подожди, а мне нужно железо. Нет, вроде, нет. Да господи. О, железный блок! Наконец-таки, Вероника! Мы богаты! Мы богати! Я сейчас сушу. Я скоро сушителя могу призвать. Так, ты надеюсь, алмазный блок не растоптала? Не должна была. Их вообще два заспавнивать. Я вряд ли бы. Прикинь, я сейчас попал в этот, в Эндермир, и у меня там просто блок заспавнился. Из-за этого. Так, Вероник, сейчас мы погнали, просто алмазы надо искать.
Тебе сделать кирку? Я уже тебе сделаю. Ну, обычно я сейчас камень буду. Ну, я тебе железную сделаю, чтобы ты могла ломать. Короче, верстак. Господи, ты посмотри, на что наш мир превратился. Как это называется? Ё-моё, я забыла, короче. Не буду говорить. Нет, мой верстак пропал. Я просто гуляю тут. Господи. О, я могу и сушителя призвать скоро. Ну, сейчас будут свинюшки. Куча будет свинюшек. Очень много их будет. Я тут... Два, как они называют? Фаунера. Да, блин, уйди. Да, фаунера. Ты куда в лес убежала? Алло, давай обратно. Обсидиан. Изумрудный блок. А? Изумрудный блок. Нифига себе. Еще плюс алмазик. Так, алмазы. Алмазы я вожу. Нам нужно хотя бы... Нам нужно алмазный сет брони собрать. Ты чё, изумрудный блок? У тебя нет алмазного блока. Есть. Где? Я его переставила. Да. А, вот он, вот он, вот он. Вот у меня кирка есть. А, на. Мы вдвоем две чупакабры бегаем такие. Тебе что-то на алмазные блоки везет. Мне ни разу еще алмазный блок не упадал. Ё-моё, ты посмотри просто на это. Ты просто посмотри. Что мы превратились, что мы сделали с этим миром. Ой! Боже! Господи, ну ты, конечно, была. Пипец. А я буду тупо прыгать. Вот буду тупо прыгать. Ты знаешь, у меня просто ломается все, и ты тупо падаешь вниз. У тебя, знаешь, в полете под тобой блоки просто ставятся. Блин, где верстак, не верстак, нужный верстак, все потерял. Блин, во что мы превратили? Да очень глубоко под землей. Просто во что мы превратили, господи, наш мир? Во что мы превратились? О! Слушай, мне кажется, нам что-то в другую сторону чуть-чуть надо двигаться. Подальше от нашего спавна, то уже от спавна нашего ничего не осталось. У нас просто все, блин, в этих блоках. Все, давай, убивай меня, дракончик. Давай, убивай меня. Или эндеры убивай. Это что? А, ну это железный блок. И годится. А если уже сейчас алмазный сет брони скрафт, так мне дерево. Алмазиков у меня нету. Возродитесь. Так, я пока перекрафчу, и мне нужно палочек много сделать. Все, мне нужно, наверное, какие-то блоки. У меня есть алмазный топор, это уже хорошо. Мне нужны алмазные блоки, просто алмазные блоки. Я больше ничего не прошу. Всем хочешь парочку алмазных блоков? Можно мне, пожалуйста? Я пойду соберу побольше динамита, чтобы потом дракошу взорвать. И кровать надо. Потому что мне нужны кровать и динамит. Да, иди себе. О, господи, почему так лагает? Я просто... Ну, кровать не... Блин, мне нужно подыхать. Мне, наверное, нужно подыхать. О, спавнер свинью. Хотя, может, не обязательно. Динамит, где динамит? Чё, будем пробовать дракошу убивать? Сейчас, секундочку, я еще... мне нужно сердца ждать, броги. Нет, тут нет ничего там. О, еще один алмазный блок. Сейчас. Короче, а почему я не могу в портал Вент прыгнуть? Я к нему типа подхожу и туда никто не могу попасть. Ну, легко. Просто захожу в него и все. Повезло, повезло. О, портал! Поставь в другой мир, наверное, попал. Господи! Мамочки, баба, обосруж. Я плавать в лаве решил, да? Поплавал. Как мне в этот долбанный эндермир попасть? Окей, давай я буду на одном месте прыгать просто. Да, все что угодно уже заспавнилось, кроме портала. О! Да, ты здесь, господи. Ты прямо в меня заспавнился. Здорово, братан, ну чё, давай, нам надо ломать ему вот эти вот все. Сейчас, погоди, мне нужно это. Пипец, Вероник, ты сломала портал. Мне нужен верстак. Господи! Так, броньку быстрее надеваем просто. В ультрабыстром режиме, пофиг на этот алмаз. Мамочки, обостротушечки просто. Давай, Вероник, помогай срочно. Сейчас. У тебя нет зажигалки случая? Все, сейчас, Илья. Беру топор алмазный. Потом беру алмазную кирочку, допустим. Это нафиг выбрасываем. И... Давай, PvP среда. А, зайка моя. Я тебя убью, давай, эй. Тише, опа. Что ты речешь? Господи, я ж, а ты кучка куда? Знаешь куда? Давай, по хвостику, давай. Ты шопой поворачиваешь? О, сори, сейчас его мог быстренько тут зарубил. Оп. Я его просто в животу. Гач. Улетел. Блин, я, короче, набрал дофига динамита, господи.
Давай, я набрал дофига динамита. Подожди, не ходи по нему, самое главное. Хорошо. Мы просто сейчас его тут этот... Вот, отличненько. У тебя жизнь была? Да, я ее нашел сейчас. Жопа дракону на. Ой, опасненько, супер опасненько. Сейчас мы... Все, это последняя пачка динамита. Давай, я подозреваю его. Сейчас он спускается. Ой, мне жопа. Все, давай, подходи к нему, подходи. Давай, по морде его, говняный, лупишь его. Давай. Да я сейчас подожди. Господи, мы это сделали. Короче, я пошел смотреть титры Майнкрафта. Это была очень эпичная битва. Спасибо тебе за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, он тебе понравился, потому что мы сегодня убили дракона вот с рандомными блоками под ногами, с помнющимися повыживали. Так что с тобой был Тор и Вероника. Всем пока!